Друзья, всем привет! Сегодня легендарное видео, потому что с нами Холи Буба. Здорово! Эй, йоу, хулиганы, всем привет! Это я, Холи Буба. Of course. И, значит, Разо Плей в роли ведущего. Привет, Разо Плей. Всем привет, с вами Разо. Вот он, я ведущий. Короче. Да, ты ведущий? Блин. Разо всю жизнь мечтал быть ведущим, просто забыл свой костюм сегодня надеть, на самом деле. В этом видео мы будем обсуждать вторую часть 67-й серии, которая даже еще не вышла. Мы будем предугадывать, что же там будет. Разо будет задавать нам вопросы, а мы будем отвечать. А потом же, когда серия выйдет, посмотрим, мы угадали или нет. Мне кажется, будет очень интересно смотреть, поэтому смотри до конца. Если ты хочешь, чтобы таких рубрик было больше, ставь лайк. Я буду звать других ютуберов или же тех же, потому что вышло очень круто. Просто посмотрите сами. А также скажу, что этот ролик поделен на две части. Вторую часть вы можете посмотреть на канале Holy Boom. Ссылка в описании и в конечных заставках будет. Смотрите до конца, там увидите. А также у Разо выйдет ролик одновременно, где мы просто обсуждаем и разговариваем. Будут там вопросы. В общем, ребят, очень интересно вышло, поэтому смотрите. Все, я все, хватит. Посмотрим. Умрет ли Скибиди ученый? Красноглазый, в кавычках. Ага, то есть умрет ли в этой серии ученый? Я думаю, из-за того, что я полагаю, что это улучшенная версия, ну, ученого, а не фейк-версия, ну, вряд ли он умрет. Возможно, он покалечится как-то, сломает ногу, но нет. Ответ на этот вопрос нет. А как ты думаешь, Холли? А как ты думаешь, Холли Бум? Интересно, а как я думаю? Я думаю, что это слишком, слишком значимый персонаж для этой вселенной и... Да факт, Бум никого просто так не выпиливает. И вообще, как мы знаем, почти никто из самых значимых героев еще ни разу не умер. Хотя был на волоске. Блин, кстати, да. Мэн. И мне кажется, это просто не будет так, не будет. Не умрет, короче, Скибиди ученый, блин, слишком он клевый чел. Я блин, ты вот сказал, речь? Я почему-то... Подожди. Я почему-то вспомнил Мстители, война этот, когда Танос пришел, ну, тоже не верили, что кто-то умрет, и в итоге умер кто-то. Я думаю, это будет, если все-таки, да, кто-то умрет, то это будет прям, я не знаю, легендарная, прям предфинальная битва, типа, что да. Все, должен кто-то умереть, хотя бы один Титан или персонаж. Так, но в этой серии да. Нет, конечно. Следующий прикинь, вопрос. В итоге агент Дафак Бума умрет, это будет вообще неожиданно. Канал удалится. Его персонаж появляется, и на него рояль падает, и он такой, да ё-моё, умер. А самое смешное, что... Никакой интриги. И ничего не изменится, он просто будет появляться лежащим, понял? Не стоящим, а просто лежащим и добавляется. Для зрителей ничего не поменяется. Ладно, следующий вопрос. Речь зашла про Вантузмена. О. Встретим ли мы Вантузмена? Появится ли он вообще в этой серии? Ну, блин, как я ты вообще... думаешь, Арм? Я вообще предполагаю, что в следующей, наверное, 68-й, да, но во второй части 67-й я не думаю. То есть я думаю, как 57-й будет. Типа он что-то тоже снова поможет, как-то влетит в голову ученому, нос сломает там, он в крови будет. Ну, типа вот такое, типа, он же, у него же клич, он же быстрый. И он сильнее, чем раньше было сейчас. Он может как-то даже конкурировать с Титанами. В будущем, возможно, но в этой серии точно он не появится. Ну, мне кажется, да. Мне кажется, что он, в принципе, лишний. В принципе, в этой серии. И, возможно, он и так он эпичный. Еще, в принципе... Да, ну, типа, он... Кстати, вот если так подумать, у него всегда какая-то отдельная арка, и сейчас, скорее всего, он просто будет неуместен, поэтому вряд ли он появится в 67-й серии, вторая часть. Я вас уж услышал. Так, третий вопрос. Дафук Бум будет помогать или делать что-то, кроме наблюдения? Как это было, допустим, в 66-й серии. Mm-hmm. То есть как-то взаимодействовать, правильно? Да. Блин, ну с Раэлем, если будет, я скайфану. Это будет круто. Это будет неожиданно, понял? Супер неожиданно, типа, Скибиди туалет, когда Раэль падает на Дафук Бума. Блин, я хочу эту сцену. Надо написать Дафуку. Так, окей. А так, если серьезно, то, ну, вряд ли он что-то будет делать. Потому что, опять-таки, там Титаны будут, ну, не до Дефука вообще. Мы на него даже не будем смотреть. Даже если он там на планшете добавит, что Тимон Титан уже умер, не появившись. Типа, ну, будет не очень. Ну, типа,
тоже неуместно. Но как-то взаимодействие, типа, а-ля просто нож дать, возможно. Что насчет этого думает Холли Бум? Я думаю, что вот он в последнее время прям реально взаимодействовать начал. Если раньше он просто появлялся, что-то мелькал, то сейчас он прям там нож дает, смс-ки отправляет на планшет. Это он отправил? Через Вайбер. Да, через Вайбер. Блин, прикинь, что и Вайбером пользуется, капец. Все знают, что Аська лучше. Ну вот, это, я просто думаю, что... Одноклассники просто... Одноклассники решают. Просто я думаю, что он просто... Он где-то там появится, что-то там пропукает, и все, и исчезнет. Он ничего не будет делать, просто как пасхалка. Вот. Но я думаю, что в конечных там сериях, если будет когда-то конец, то, наверное, он будет как антагонист какой-то, или там как противник, злодей какой-то самый главный, против которого все будут сражаться. Да. Такие вот дела. Интересно. Или возьмет, кстати, вот эту... У меня как раз готовится ролик про это, кстати. Но не про это именно. А у меня как раз бонусный реакция на этот вопрос. Разбор. У меня как раз готовится реакция. На этот разбор. Вот ты сказал, я уже буду ждать. Блин. Слушай, да, я, кстати, надо снять реакцию на реакцию, свою реакцию на твою реакцию. Короче, я что хотел сказать. Ты даже без меня будешь это продолжать, да? Да, у меня бонусный вопрос. У меня бонусный вопрос. А вы вообще на чьей стороне? Вы за скибидистов или за операторов? Кстати, это очень интересный вопрос. Oh my God. Кто вообще хороший, а кто плохой? Смотрите, я свое мнение скажу, можно? Давай. Получается, все туалеты — это люди, да? Правильно? Они зараженные обычные люди, они не виноваты. Они под каким-то воздействием. Под туалетами. У них. Да. Насчет камер. Камеры — это агенты, которые уничтожают в первую очередь туалетов. А туалеты — это люди, невиновные. Теперь думайте, кто враг. Блин. У меня готовится разбор, вы посмотрите, но в целом идея какая. Я вообще думал, что Дефукбум — это отец ТВ-менов. Ну, не отец ТВ-менов. Короче, он в прошлой жизни, когда все нормально было, являлся или является человеком, который управляет телевизором, вообще всеми экранами в этом мире. Потому что он постоянно что-то на экранах пишет, появляется, понял? То есть, и мне кажется, ТВ-мен — это его раса вообще изначально. И за счет его, или специально, или случайно, он начал крутить в эфирах в этих экранах скибиди, музыку скибиди-туалеты. И люди настолько наслышались эту музыку, что... какое-то время некоторые из них превратились в туалеты. И вот началась мутка. Подожди, мне уже реакцию делаете на это? Уже делаешь реакцию. Это же реакция в прямом эфире, прикиньте, я пишу сценарий, он уже реагирует. Ролик еще не вышел, у него же реакция есть. Он отец! Не может быть, что это? Какой отец? Ставим лайк, если ждете ролик. Давайте, 10 тысяч лайков, сразу кинем ролик. Ребят, пожалуйста, мне нужно делать на чьё-то реакцию, на что-то. Слушай, а я смотрел, короче, какое-то видео, реакцию снимал, там чувак как раз... Возможно, это кто-то из вас даже, я не знаю. Там чувак как раз говорил, помните, был мультиверс вот этот, где Mail 07 был с Mail 05, по-моему, не помню с кем. Да-да-да. Как раз его отправили в другую там... Но это я говорил. Это не мультиверс, это именно с Дефугум, да, старый ролик. Вот, да, мультиверс, да, назывался, да, все правильно, мультиверс. Именно, да, и типа с этого все началось, что вот, все началось. А еще, помните, там был момент, когда он стоял на крыше, что-то там прыгнул, переродился как скибидист. Да, боже, там теория просто... Да, да фига, ты можешь хоть, да, не только попой. Да. Ладно, следующий вопрос. Какие у меня шутки, пипец, я, наверное, все буду вырезать. Чик-чик-чик. Следующий вопрос. Появится ли настоящий G-Man? О май гад, это прикольный вопрос. Настоящий прям. То есть не фейк. Давай сначала, Холли, давай я буду у тебя брать идею. Хорошо. Это было неожиданно, подождите, в смысле, впервые... я думал, ролик твой. Мне интересно. Сейчас, вырежу этот момент, я уточню просто... Значит, KFC понятно. Это и есть Дефукбум. Ага, подожди. Значит, создатель KFC это и есть Дефукбум. Все, он этот, дед. Ну что, мы будем снимать дальше? Пятый вопрос, вы так и не ответили.
В смысле не ответили? А что за вопрос был? Появится ли настоящий Джимен? А, интересно. Да, я сейчас сказал. Интересный вопрос. И мы полчаса вообще не про это говорили. Блин, такой интересный вопрос. Давайте поговорим про KFC. Да, 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 да. Так и было. Ну ладно. True story. Я должен был ответить. Поэтому все пошло не по плану. Окей. Значит, появится ли вот это самое, да, Джимен? Во-первых, у меня вопрос. Кто такой Джимен? Есть ли настоящий Джимен? Потому что на мою практику, да, просмотра с KBD, и там было 500 миллионов версий этого Джимена вонючего. В конечном итоге оказалось, что он не настоящий. Но мне кажется, что такого твиста больше не будет. Вряд ли будет еще 500 миллионов клонов этого, блин, Джимена. Поэтому я думаю, что он не появится, во-первых, в серии в 67-й, часть 2. Но если и появится, то это будет оригинальный Джимен, окей? Вот. Ого. Он не появится. Он не появится? Я думаю, он тоже. Я не знаю, я бы, по сути, мог ответить, да, он не появится, но я решил... Не, у меня только что теория появилась. Вот ты сказал, мне теория появилась. Он появится, настоящий Джимен, не фейк. Причем появится и будет помогать агентам, а не туалетам. Агентам? Он будет на стороне агентов, потому что... Ну почему? Это на превьюшку. Ну понимаете, ну почему ему надо было фейк ставить? Значит, настоящий какой-то, ну... Он, понятно, для ловушки, но он изначально тоже фейком был где-то 4 серии. Зачем, ну, он был фейком, когда даже астроскебедисты были? Астроскебедисты! Кто это такой? Это тоже полчаса сейчас пойдет. Короче, мой ответ короткий такой. Он будет настоящий Джимен. Настоящий, не фейк. А что он будет делать, посмотрим, не знаю. Очень короткий. Не будет помогать. Очень короткий, агентам. Ясный ответ. Он будет... Да не, ну мы же будем отвечать да или нет, но если так, ну, экстра хорошо, вопрос. Ладно. Я бы хотел, чтобы это было. Это было бы интересно. Вот, ну мы же увидели... Ладно. Подожди. Ну мы же видели Спикермена Титана в роли злодея. Ну, типа он зараженный был. А сейчас логично, да, чтобы видели. Это было в сторону скибиди туалетов. Мы ни разу не видели, чтобы скибиди туалеты специально помогали агентам. Возможно, случайно, да, кто-то там... Не увидим. Стоп, нет, не увидим. У вот них я нет вырежу такой и поставлю технологии. А, это спор, не, это ну, спор, это дебаты. Это спор? Короче, ну типа и у них нет такой технологии. И тут сейчас плашка будет про вопросы в проценты. Как в этом? Да, короче, только TV Woman, да, показывала нам, что она может завладевать разумом, но и то она это делает на краткосрочной, так сказать, перспективе. То есть она сделала, убила, уничтожила. Не, не, мы смотри. Не видели... Моя идея в чем? То есть KBD туалеты не превратятся в злодея, ой, наоборот, добрее, типа, в сторону агентов, не потому что его как-то заразили, а потому что он сам захотел. То есть кто-то из них... Под давлением астроскебедистов? Да. Ну кто, ну или, не знаю, под каким предлогом, но это как-то это случится. Разу, продолжаем. Шестой вопрос. Кто в этом бою одержит победу, скебедисты или агенты? Сделаем вид, что первый раз услышали. Так... Подождите, это был 66-й вопрос. Так. 66-й, да. Так, слушай, блин, кто победит? Ё-моё. Конечно, агенты. Тивименти там поможет. Как... Не, смотри, как это будет. Возможно, даже боя не будет. Хотя, блин, я сам себе противоречу. Идет про вторую часть, если что. Да, вторую часть. Смотри, где ученый. Камерамен Титан и Вантузмен Титан хотел сказать. Камерамен ранен, а спикермен оглушен. У него контузия. И да, они да, встретились с ученым, с большим. Вот. Да, я знаю, и ты что думаешь, большой. Что... Как ребенка объясняет. Я разборщик. Самый главный. Ты что? Ты кому что рассказываешь? Извиняюсь. Большой ученый там. Воу-воу-воу, корону снимите, ё-моё. Это война. Ты объявляешь мне войну? Вот и вышло. Ребята, так. Ребята, я тут не при чём. Вот и вышло. Смотри. Кто победит? Агенты? Победит? Или скибидисты? Ученый просто телепортируется в последний момент, когда увидит Тивимена Титана. То есть ученый будет драться с Титанами, он будет одерживать победу. И в самом конце Титан появится, покажет свою мощь как-то там, ну там, даст Чапалаху там. От этого Чапалаха он настолько офигеет, что просто быстро телепортнется. Вот, да. И как бы победят в итоге, получается, агенты, но они победят, в смысле убьют, а просто, типа, как битва, они более такие сильные. Вот. Да, звучит реально как классическая серия Скибиди Туалет, в принципе, реально. Вот я прям, прям видел вот все, что ты говорил, я прям у себя вижу в голове, вот как. Да, оно можно так представить. Будет. Реально. Извините, я пропустил один говорю. Вопрос. Четвертый ты... вопрос я пропустил. Ага. Камерамен Титан, да? Чапалах скибиди ученым. Как раз таки ты сказал, я вспомнил, что тут написано. Блин.
Это же я писал вопросы. У меня все вопросы, это моя теория. Ладно. Да, ответ да. 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 Да, Чапалов. Я думаю, он не рискует. А, подожди. Камерамен. Ученый слишком авторитетный, мне кажется. Вот, я сказал, что Тимен даст Чапалах камерамен, вряд ли. Ну, я думаю, они друг другу дадут пару раз, а потом... Надо уточнить, позвонить. Что дадут. Чапалаху. Да, Чапарлаху. Чапарлаху. Его самого. Да. Ну да, ты интересно... Вопросы закончились. Не, вставлю, бонусный вопрос. Бонусный вопрос. Давайте. Кем будет ТВВУ? Oh. А то есть кем будет? На чьей стороне? Не-не-не, с кем будет в отношениях? Вариант один. С Вантусменом. Вариант два. С тем самым... Вантусмен! Самый лучший и... Ладно. Я не буду даже. Вариант второй. С вон тем разбитым сердцем камераменом, которого потом придавил... А, кстати, он выжил? Да, ну да, да, он появится 100%. Да, он выжил, конечно. Если Ван Тусмен выжил, он точно выжил. Он же просто наполовину, ну, его рук, ног нет просто. А это же робот. Или же она будет с Джименом. Вот в чем вопрос, ребят. Блин! Надо про это... Надо такой... Я такую серию хочу. А я снял видео. Прикиньте, я первый раз в жизни написал сценарий для своего канала. Снял видео, разбор про вот этот любовный треугольник. Это видео, ну, оно вообще не залетело. А я думал, блин, это будет хит. Это будет хит. Я с того времени больше не писал сценарий. Поэтому да. Поэтому я снимаю реакции. Грустная история от Холлибума. О, снимите реакцию на это видео. Сломаем это. Не, давайте посидим втроем и будем втроем реагировать на это видео. У каждого второй дубль там появится, этот, вторая версия. Такие, о боже, какую фигню я несу. Что за бред? И каждый будет нажимать на паузу. И будет три раза больше паузы вообще. Ну все, друзья, если хотите продолжение, смотрите. Вот тут, конечно, заставка вылезла. Вторая часть у Холли Бубы. А на этом все. Подписывайтесь, ставите лайки. 20 секунд надо, тут 20 секунд. Конечно, заставка будет. Вантусмен! Все, хватит. Пока! Все. Пока.